Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Любовь. Побочный эффект». Автору детективов Лере 40 лет. Муж Игорь уверяет жену, что любит ее такой, какая она есть, даже с морщинками. Но подруга Ира убеждает, что пока Игорь не нашел молодую любовницу, ей надо срочно сделать пластическую операцию. И даже рекомендует лучшую клинику в городе под руководством главврача Терновского. Лера в итоге решается лечь под нож. Ночью, выйдя из палаты, она видит в окно идущую по двору известную певицу. И только через пару минут вспоминает, в дневном выпуске новостей сообщили о трагической гибели этой самой певицы. Что же это за клиника и что в ней происходит? Четвертая серия. Лера оказывается в закрытой палате, из которой невозможно выйти без разрешения охранника. К ней приходит врач Черновский спросить о самочувствии. Валерия делает вид, что не помнит, как оказалось здесь и о чем они вчера говорили. Врач успокаивает женщину. Она просто потеряла сознание, поэтому несколько дней необходимо провести в палате интенсивной терапии, чтобы быстрее выздороветь. Удастся ли Валерии выбраться живой из клиники? Главная героиня нашла телефон и пытается дозвониться Кириллу, чтобы он ее спас, но мужчина не отвечает. В отчаянии Лера набирает номер Иры. Поможет ли ей подруга? Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.